Ну что, друзья, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Live Strange Before the Storm, да, что было до шторма, собственно, то, что было до первой части, грубо говоря, да, нам показывают. Здесь в трех эпизодах основных и четвертом дополнительном. Вот, мы с вами два эпизода уже прошли, третий прошли, наверное, половину примерно уже. Не знаю, там вроде не по часу, по полтора вроде идут серии, поэтому посмотрим. Сегодня будет, наверное, не прям длинная серия, ну минут 30, может быть, да. Вот так примерно, наверное. Будет серийка. Посмотрим. Вот, если... Да, чтобы как раз таки... Да-да-да. Да, нет. Или нет. Короче, на минут 30 будет серийка. Лишь для того, чтобы... Скорее всего, будет на минут 30. Для того, чтобы было три серии по новому эпизоду, чтобы не было длинной серии, грубо говоря. Потому что они вроде идут полтора часа, вроде идет эпизод, как я помню. Поэтому вот, посмотрим, в общем, посмотрим, разберемся, короче. Вот, поэтому, Саша, подумай, надевайте политика, блядь, напрямую кушать, прям чипитиков пить или пить воды, при этом просмотра. Если не видел прошлой серии, посмотри, обязательно на ссылочке писания находится на плейлист, вверху справа с компа смотришь, да, ты восхитительный знак, нажимаешь, там, собственно, по ссылочке спускаешься, и будет тебе прошлая серия там, да, прикреплена, и плейлист. Может быть, давай, например, душ пока. Сейчас, подожди, договорю. И там будет плейлист с полным прохождением данной игры. Есть телефон, сможешь чуть ниже описание спускаешь, там тоже подскажешь тебе, сам там также прикреплено, ну, там прикреплено то, все то же самое, что и на компе, то есть прошлой серии и плейлист с полным прохождением данной игры. Вот, а в описании находится плейлист с полным прохождением данной игры, поэтому посмотри обязательно самую первую серию, если не видел, если видел первую, да, там серию, посмотри с той, на которой закончил. Потому что игра довольно-таки интересная по сюжету. Вот, потому что сегодня, кстати, увидели с вами аллегорию. Это прям правильная аллегория была, прям хорошая. Хорошая аллегория. Вот, ладно, собственно, мы с вами при этом посмотрим, а мы с вами, собственно, начинаем. Прям, почему начинаем? Ну, мы с вами, конечно, продолжаем проходить Live Strange Before the Storm. О, привет! Так, собственно, let's go. О, ёпта. Let's go в душ. Давай-ка здесь тоже. А? Мам обычно мы берем вторая мама, когда ее достает, что я не стараю его сама. О, это раз сама, блядь, все. Может, этот раз она поверила, что я никогда не вернусь домой? Нет, она просто устала за тобой, блядь, убирай. Давай, взяла, блядь, и пошла стирать, ёмана, вроде свои вещи. Если бы мы с Рэйчел все еще собрались уехать сегодня, отсюда было бы абсолютно ничего разбирать. Хорошо, блядь. Скейтборд. Прости, досочка. Мне теперь нужно чинить настоящую тачку. Пали, да, польем. Лучше, чем ничего. Да, сходить в то, вот сходить, блядь, в ванну или там в туалет, блядь, да, где раковина есть. Налить воды, блядь, нормально и полить не? Не судьба? Что нужно-то? Время душа, понятно. Компьютер, опа, 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 нихю, опа, подожди, чего, блядь? У меня прибывает целая куча пропусков. Ну, потому что, блядь, не ходишь. Такой себе, на самом деле. Включить. Будильник. Давай включим. Пусть будет включено. Неверно. Вчерашнего дня кому-нибудь стоит внести эту фотку. Академия Блэквелл. А тут... А, ну тут понял. Тут, там, конечно, написано все те, кто там есть на этом фото. Вот, ладно, компьютер. Ничего неудивительного. Сэр Герхард, один результат за 0,27 секунд. Старшая школа Винчестера награждается сэру Герхард премию Фишера. Каждый год старший класс Винчестера награждается, ну, конечно, понятно. Что? Кому сдержание? Виктория сейчас прокомментировала фотографию, на которой вы отмечены. Для просмотра нажмите на следующую ссылку. Я надеюсь, что мою работу оценили. Виктория, если кому-нибудь вдруг требовалось еще одно доказательство того, что Блэквелл будет лучше без Хлои Прайс. Роман, так вот, чем девчонки так долго занимаются в туалете. Огромное уважуха, тебя не спрашивали, Тревор. Назревает скандал. Ого, Хлоя, вышла стильненько. Добавила особой глубины. Да, на этом же чуть штаны не напрудил. Рецензия. Блэквеллская постановка «Бури» штурмует Шекспира. Автор Дэниел Балч.
Прошлым вечером на открытой сцене Академии Блэкова произошло перерождение бури под исключительным и весьма смелым управлением Трэвиса Китона. Постановка обрела новизну. Обычно отсутствующую в избитых классических трактовках, охуенно. Юная Рэйчел Эмбер, безупречно сыгравшая главную роль, управляла сценой как сама Проспера, или Проспера управляет неведомым. Блять, неведомым, блять, что нахуй. Особое упоминание заслуживает Нейтан Прескотт в роли Калибана. Представленная многообещающим юным актером интерпретация порабощенного монстра, слабого, трепещущего в своей тревоге, добавила образу особой глубины, которую не сумели оценить по достоинству юные зрители. Да, вы, сударь, глупец. Но ярче всех сияла начинающая актриса Хлоя Прас в роли Ариэль, чье притяжение с исполненной мисс Эмбер Просперой, блядь, что, не превзошло даже Миранду с Фердинандом, отразив внутреннюю борьбу Ариэль между верностью и жаждой оказаться на воле, мисс Прайс сыграла невероятно искренне. На самом деле, я ни разу не видел более правдоподобного изображения изумления, чем показано мисс Прайс в тот момент, когда Проспера, наверное, отказала ей в свободе. Просто потрясающая переработка оригинального сценария. 5 звезд. Вау. Wow. Скип играет в группе. Ну, это, ребят, джити. Ладно, блин, надо уже... Ну, да. Все так поменялось. Интересно, узнал бы ты меня сейчас? Ну, да, наверное, чем нет. Пожалуй, куртка. Точно заберу с собой, если мы с Рэйчел когда-нибудь все же увидим. Ладно, let's go, короче. В душ. Мама что, музыку слышит? А что, нельзя, что ли? Виктория. Значит, я таки была права. Рэйчел Эмбер гребаная злобная сучка. О да, она такая. Видимо, ты теперь считаешь себя ее помощничком. Ого. Хватит с меня, эта школа вчера всем было на меня насрать. Всех заботила только Рэйчел. Не знаю, зачем тебе это рассказывать. Потому что тебе одиноко, и ты жалеешь, что вела себя со мной как сучка. Говорю, это неправда, как ты смеешь. Понятно. Душ. Опа. Бля, будем осматривать. Ну тут, в принципе. Кольцо. Он скрыл свое кольцо. Mom's keeping her ring. Здорово. Sweet. Kind of. И как я рад, что украл для нее эти деньги. Really glad. Осуждаем. Suck it, Arcadia Pawn. Да все, блять. Я думаю, не давай пошли сразу в душ, что нам туда смотреть. Мы все, в принципе, здесь видели, да, в самых первых сериях. Поэтому, может, тут как-то меняется обстановка, но, я думаю, незначительно. Это что, полотенце Дэвида? А мое тут где, блин? Where the hell is mine? Не знаю. Okay. My towel's probably... No awesome pirate towel. Ну, здесь явно не будет. Gross. Мерзость. Как мне бесит везти столько дэвидского дернишка. Извините, мужик, кто должен за собой ухаживать, что ли? Штрябнет ни одного полотенца. Значит, заставят идти куда-то, да? Попалась. Опа-на. Поверить не могу, что мы с Максом так пёрлись по этой хрени, когда были детьми. Погодите-ка минуту. Каска для волос капитана Синей Бороды. Макс собирался сделать меня пиратом, но руки... У нас так и не дошли. Смывающая краска. Она тут сейчас покрасит все волосы в синий? Давай к лучшему в своей жизни. Горячая вода. Не подведи. Надеюсь, нам не будут показывать полный рост, да? Как бы, но это было бы странно вообще.
Ну, только одну прядь. Ну ладно. Я уже думал, она полностью прям фиганет. Че, смотри, за все эпизоды она первый раз принимает душ. Нужна новая одежда. Что мне ведь довольно немёк. Череп. Бонусные наряды. Дракон. Бонус. Да, посмотрим, два бонусных наряда. Классическая Хлоя, как? Я же могу потом поменять, да? А можно поменять? Можно поменять, можно поменять. Изменить. Там посмотрим, что за те же самые, либо какие-то другие. Угу. Ух. А, ну, давай вот раз, может быть, дракона. Давай дракона возьмем. Посмотрим, как выглядит. Оу, лясарище. Так, давайте теперь посмотрим череп. Ну, череп, наверное, просто майка, да, как она в первой части выглядела, правильно понимаю? Ну, блин. Не, давай лучше дракон. Дракон поинтереснее выглядит хотя бы. Хотя бы что-то новое, да? Скин поменяем, да? Почему нет? Почему нет? Скин поменяем. Ну, скин, блядь. Что? Косметику поменяем. Давай. Хотя поинтереснее выглядит. Все, давай. Right. Ладно, осталось последняя One деталь. Надо забрать папины инструменты, чтобы починить пикап. I need to get dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. В гараже, ну погнали. А можем полить еще раз? Ой, блин, понятно. Вещи не отнесла, да, в сирку, ничего, ну понятно, понятно. Понятно, понятно. Here goes. У меня было бы никакой шанс того, что я не сделаю все равно. Давай, иди уже. Избежать встречи. Что, вообще что ли? В одном доме живете? I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Да, она выглядит счастливой. А что же человек? Hey, who's there? Hey, Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different.
None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Давай скажем правду. I'm just hanging out with Rachel. Подросток тоже, знаешь. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Минутку, все займет. Мам. Ну видишь, для нее это важно. Че то, блять. Chloe. I don't have time for this. Now, нет на это время. Да погоди эту минутку, пожалуйста. Я должен перед тобой извиниться. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Вперед. Chloe. Ой, вчера мне не стоило просить тебя вывернуть карманы. I should not have asked you to empty your pockets yesterday. Я перенул палку. I was out of line. Мне жаль. And I'm sorry. Okay. Ладно, извинения принято. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Ну ты мне для хуйни сказала, блять. Я сейчас правда извиняется, блять, может, сознал. Wait. Вот даже при помощи. One second. При помощи того, что с ним поговорила его жена, ну, жена. Конечно, просто тебе кое-что показать, может сейчас самое время. Типа, может, он даже если поговорить, но он осознал свою ошибку, типа, что за хуйня несет сама. Maybe now is a good time. This. Это мой друг Фил Беккер. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Соболезно. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. Соболезно. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. Видишь, открылся перед ней, открылся. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Видишь, открылся, помогает, помощь даже, он понимает, типа, понимает. Соболезную, конечно, обоим, но все равно. Но все равно он перед ней открылся. Сейчас, если на как мать себя поведет, это будет, конечно, минус вайп. Here. Ну вот. Why don't you почему бы тебе пока не оставить это фото у себя и подумать о моих словах? Think about what I've said. Конечно, принять. Ну, блядь, человек, блядь, хочет помочь и, ну, проявлять, скажем. Peter looks so young. And this Phil guy. И проявлять заботу даже, так скажем, так. Понимание. Oh, Chloe. Помощь предлагают. I'm just so proud of you both. Как бы, зачем отказывать? I really need to go. Be careful out there, Chloe. Будь осторожна, Хлоя.
Видишь, пытается тоже наладить пытается наладить типа, как-то общение. Чем сам начал. Если бы мне сейчас не дали выбор, сказали, ну, а если бы она сказала, нет, пошел ты нахуй, бля, я бы сказал, бля, такая мразь просто. Почему? Потому что, блядь, к ней относится, к ней, знаешь, ну, попытались как-то сконнектиться, типа он пытался как-то сконнектиться с ней, ну, объяснил, открылся ей сам. Вот, открылся, блядь, и предложил помощь, и если бы... То, что он ее понимает, да? Quick. Он ее понимает. Он ее понимает, это, конечно, с болезнь обоим, но он предложил ей помощь. Если бы он отказал, это был бы, конечно, мордовский поступок, как по мне. Поэтому хорошо, что нам дали выбор с вами. Так, ну, инструменты взяла, все, let's go. К пикапчику тому самому, да? Так, пошепчу. Ну, белка. Да уж, конечно, такое, на самом деле. Come on. Ну же. Work with me. Нахуй уронила просто, блядь. Ничего, бывает. Как первый раз делаешь сам, бывает. Better. Лучше, на любви все еще не хватает. Что он писал? Хлоя, это дает. Тебе мой номер мама дала? Именно так. Я заметил, что ты взял инструменты. Работаешь над каким-то проектом? Типа того. А на каким именно? Прости, сейчас немного занята. Что ж, я рад, что ты чем-то заинтересовалась так держать. Сколько здесь right этого зверя? Просто нужно продать для каждой проблемы нужный инструмент. Что тебе нужно здесь? Крышка-распределитель. Отвертка нужна 100% для крышка-распределителя. Проверяй. I can definitely see some problems. Но здесь 100% нужна отвертка. 100%, я думаю. The distributor cap looks pretty gross. Мерзенько. I need something small to scrape the gunk off the cap. Отвертки, блядь. Я же тебе говорю. Значит, это катушка, блядь. Ну ладно. Тушка как-нибудь меняет. Должна быть. Поможет всякой хрени распределяться. Вообще можно Ну хотя бы одна, блядь. Идти обратно, блядь, что-то нахуй. А чё у него кольцо на пальце делает, блядь, что? Ну здесь пускай губцы, смотри. Да, вот это ваше, блядь, я вот, знаешь, как говорится, не первый раз делаю, ёпта, блядь. Я тебе серьезно говорю, вот это, блядь, руководство я не первый раз делаю, как минимум. Так что, не спускогубцы 100% нужны, смотри. А, нет, здесь сердцевой ключ нужен. Не-не-не, торцевой ключ давай сюда. На трещоточку давай сюда с головкой. Давай, погнали. Опа. Чего, блядь? Давай пускай губцы, блядь. Там же клемма закручивается гайками. Ты можешь оп-оп открутить и все, и с кайфом. Ну ладно. Тебе, видимо, нет головы такой, there. Да? Like так, сидишь. Ну да, видимо, у нее нет головы для этих гайки. Видишь, там гайки, видел? Болты и гайки. И здесь, скорее всего, сука, вся загажена.
Блять, за... Думаю, что переключится на другое. Что тут? Ликлин. Но здесь нужен торцовый ключ 100%. 100%, я думаю. Давай. Нет, типа ремень ГРМ или что? Ну, поброшато. Как бы вытянуть? Трещоточкой затягиваю, ё-моё, блядь. Пошел. Пошел. Ну, видишь, видишь? А я тебе говорю, что, блядь, да, не первый раз делается, блядь. Ну, вообще-то не так делается еще, видимо, знаешь. Ну, ладно. Much better. Ну ладно, допустим, пусть так делается. Радио, блядь. Топливный фильтр. Здесь, скорее всего, сейчас понадобится плоскогубцы, я думаю. Типа там шланги. А нет, скорее всего, отвертка, потому что там, типа, ну, хомуты должны быть. А зачем ты его достала? А ты в курсе, что тебе топливо капает? Ты в курсе, что тебе топливо капает? Ну, как бы проверить не хочешь? Ну, то есть и все равно, да, что шланг сейчас может топливо капать? Sick. Да, еще... Ну, ладно, я промолчу, ребят. Допустим, пусть это все будет, знаешь, на совести того, что, типа, это долго, машина долго стоит, так, топливо теперь у нас как, блядь, грязь, нахуй, просто при, ну, в одном месте стоит, и все, типа, она, опа, и не течет, понял, вниз, а просто вот на одном месте, блядь. Как бы странно. Сейчас сгоняю. Обжигаешь и все. Обжигаешь свечу зажигания. И все. И все. И все, 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 все. Ну хотя, если машина долго стояла, то, конечно, там, наверное, пизда будет. Это лучше заменить. Прошу, ты мне нужен. Да, топливо там 100% есть. Вот сразу поехал, дай поработать в машине, блядь. Ты можешь дать машине поработать, зачем ты едешь? Машина долго стояла, он сразу, блядь, трогается. Ну. О, блядь, реализм, блядь. Да, еще, блядь, еще гоняет здесь, блядь. Да, машина сейчас просто двигатель пока-пока скажет тебе, и все, блядь. Ну, кстати, этот геймпад вибрирует. А, это круто выглядит только, наверное. А так вот тебе уже все пока-пока сейчас скажет двигатель тебе, блядь. Дай ему прогреться, хотя бы поработать, блядь. После долгого простоя, блядь. С другой стороны, да. С другой стороны, можно сказать, что он недолго там стоит. Типа, ладно. Но судя по тому, что под капотом долго стоит. Либо за ней пиздец как не ухаживали. Ну ладно. Эй, королева свалки, где ты там прячешься? Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But, yeah, badass too. That shirt looks awesome. Ну, я думаю, что футболка тоже прекрасно выглядит. You like anything that starts fire. Тебе нравится, способна сжечь огонь. Hey. Эй, не уверен, что ты не видела, но кто-то перегнал твой пикап. No way. Да ты гонишь. Should we check it out? Сходим за ним. Кто-то, блядь. Она тут одна, блядь. Hey, Price. Привет, Прайс. Классная тачка. Nice wheels. Так, ребят, секундочку. На сегодня сраная бар-мицва. Наш Фрэнк становится мужчиной. Да, здоровяк.
What's he doing here? А он что здесь делает? What do you think? А сама как думаешь? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Мы уже не мешочками с Chloe. Где деньги? Where's the money? На, блядь. Ну давай, дадим нахуй. It's right here. Да вот они, естественно, я собиралась от тебя дать. Так что можешь... Можно не нести себя как мудак. Только подойди, блядь. Тебя сейчас, ну, лучше не надо. Советую лучше не вообще не подходить, ничего не говорить. Ты же слышал, что случилось с Дрю, да? Right? Дина, советую помнить об этом, когда со мной разговариваешь. Да иди в пизду ты, блядь. На, ёпта. Don't не смей её, блядь, трогать. Her. Почему детки считают, что им меня отбить можно, а если я их упачу, то все сразу. Стоит с ног на голову. Все сразу с ног на голову. Фрэнк говорит, что ты спрашивал о покупательнице. Это так? Да. Да, блядь, что ты, блядь? Это так, только я хоть не понимаю, какой тебе на это. Ну, какое твое дело. Не понимаешь, может, я тебе разъясню. Понимаете, вы две Нэнси Дрю решили, что позвонить своему и полезть в его работу — хорошая идея. Я, собственно, в академии не учился, но разумным мне это не кажется. Возможно, у вас обманул уже неразный характер этого мужчины, но у него есть и совсем другая сторона, которая вам вряд ли понравится. Покажем им? Мы же просто разговариваем. Ладно, тогда давайте поговорим. Я хочу прямо сейчас узнать, по какой хер вам сдалась эта женщина. Почему тебя это так заботит? Потому что пошла нахуй. Тут я вопрос задаю. Пошел ты сам, ёпты! Иди нахуй сам, послушайте. Это все не важно. Нам просто нужно, чтобы вы перестали задавать вопросы. Понял? Нет. Скажи мне, Диана, сейчас же. Погодите-ка. No way. What the fuck is your problem? Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No. Нет, they're не not. Просто. This one is the fucking DA's daughter. And right now сейчас она расскажет мне о том, что думаю о Поле, как он связан с этой шлюхой, о которой все спрашивают. Успокойся, мы все еще разговариваем. Все в порядке. Не надо сходить с ума. На, ёпта, блядь. Да уёбывался, блядь. Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on! Пиздец, блядь. Сам притащил того долбоёба, блядь, к нам. Сам с ним пришел, блядь, чё спрашиваю, чё за хуйня, блядь.
Да, этого тоже не поймешь, бля. Фрэнка тоже не поймешь. Ну да, вот это, конечно, осуждаю, так осуждаю. Да, такой, на самом деле, такое. Там до сих пор лес горит. Это жесть, конечно, жесть. Осуждаем такое, осуждаем, блядь, на самом деле. Пиздец, осуждаем такое, осуждаем, блядь. Ждет, она ждет. Переживает. О, отец приехал ее. Ну, не Хлоя. Я еще понял. Рэйчел is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. Now she's resting. Chloe, what happened? I don't know. Everything happened so fast. That guy you have a file on. Demon Merrick. Why does he hate you so much? I know exactly. Who Damon Merrick is. Start over. Начни сначала и расскажи все по порядку. Вы сразу подарили тебя. Не собираюсь звонить или обвинять тебя, Хлоя. Но мне нужна полная картина произошедшего. Ну, говоришь, как, блять, не очень, знаешь, как это звучит. Ну, я угадал своего трога. Хорошо, встретиться с нами, так он знает. Фрэнк Бау. Yeah, that's right. Мы с ним пришел. But Damon showed up with him. What did Merrick? И чего же хотел? Чего он хотел-то, блять, я не помню нахуй. Но он и пугал, типа, блять. А, ну да, вот это он спрашивал. Why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I don't know. Maybe he's seen her before. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. Осуждаем, осуждаем такое. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, нормальная реакция, блядь, что, блядь, так в ахуе.
It's not your fault. Правильно говорит. Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream. But I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Давай узнаем, что он скажет. What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this, I'm hoping she'll finally see reason. I was told that if Rachel привезли на пару позже, то она могла бы не. She might not have. Thank you, Chloe. Спасибо, Клоя. You saved my world. Мою вселенную. It will be. Рэйчел еще не скоро проснется, обещаю, что сразу же дам тебе знать. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Хорошо, спасибо. Thanks. Да уж, ребят, такое на самом деле такое. Да, мы на этом с тобой закончим, потому что серийка уже длинная получилась. Собственно, в следующей серии мы с вами допройдем этот эпизод. Получилось не 30 минут, но 40 примерно. Вот. Поэтому спасибо за просмотр. Такая серийка была. Принц все. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Мне не сложно, мне приятно. Спасибо за то, что делать. Принц все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.